Здравствуйте, дорогие земляки, криворожане. Меня зовут Александр Ликаренко, и это мой маленький блог. Знаете, я хотел бы говорить с вами о важных проблемах города, о том, чем город дышит. И мне кажется, в свете того горя, которое у нас произошло, следует говорить о том, что не люди, простые криворожане, должны убирать свой город, а те, кто получает за это зарплату, кто обязан это выполнять. И в этом свете я хочу бы сказать, что снегоуборочная компания в Кривом Роге нам обошлась в 35 миллионов гривен. К сравнению, в Днепропетровске это всего 10,5 миллионов. Давайте не забывать, уважаемые земляки, о том, что ведь в Кривом Роге огромный парк техники. Вспомните, как 6 декабря 2013 года 39 единиц техники нашему славному городу передал тогдашний вице-премьер Александр Вилку. Ведь это уникальная техника. В частности, три комбинированные машины для уборки дорожного покрытия антигололедными средствами. Четыре вакуумных подметальных уборочных машины для очистки больших площадей улиц и парков. Четыре больших погрузчика для негабаритного мусора. И 11 мини-погрузчиков с бортовым поворотом. Видели вы ли такую технику? Если видели, пожалуйста, пишите в комментариях. Ведь это главное, то, что должно быть. Мы платим за это деньги, огромные деньги. Мы должны задавать вопросы, куда эти деньги идут. Несомненно, в городе очень много проблем. Я считаю, это должно быть достойным блога, а не, ну, скажем так, небольшие замечания о том, кто и где должен убирать. Ведь мы с вами должны прекратить жить так, как мы жили раньше. Мы должны жить по-другому. Мы платим огромные деньги. И мы должны знать, куда эти деньги идут и как город убирается. Спасибо.